Зимой мрак. Ты что, таланты сыграл, брал, что ли? Не знаю. Беги, малышка, беги! Или ты на Варе играешь, а на твоем персе этот жест? Нет, талант у него есть. Трикси, наверное. Ладно, медведя облик превратился в талант, кинул. И второй по агру. Нет, тогда на него будут кидаться все эти зеркала. Сейчас будет 18 даст, как хотел. Ладно, все-таки укус получил. 18,5 даст. На пике этот в лужу зайдет. Смотри, продолжу, пошел. Копи магу кусаешь, да? Вот тебе. Темы кусают. Как вам такое? Продайте же! Если Олег молчит, так и вылетел. Может, только замагался. Кнопочки нажимаю, да? Да не, не замахнулся. Чё вы на двойном гоните? Он же нормально ЗСУ дамажит товара. Нормально, просто мы его троллим. Этот, не обидно, ничего не говорим, что он дно и все прочее. Это как этот, дружеский стёб. Отведу две минутки. Защитник кому-то надо. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал.
На пул вроде на этого, на БДК был. Просто по 40 тысяч полетело тут. Думаю, звездопад какой-то. Звездный гон. Дотянуться до верхней полки. Нужно подойти. Вы быстрее. Кто сможет спикнуться в хила? Ну, у тебя хули прист или лицель? Там будешь летать в порталах. Ретрик, розовый лад у тебя хули пал есть? Или ретрики можно похилишь? Чупкарь, а вот Старфул вербил успехница. Вперед побежали те, кто вчера не был, да? Не, что там должно быть? Ну, у нас этот крок забагался. Три раза за четыре дни разбагивали. Так не багайте. Не будем забагиваться. Видишь, ничего не багается. Или багается. Не багается.
Штейну. Федерический финал! Так, ставьте рыбу, кушайте. Гений Манду. Значит, метку сам на себя кинешь, Вуди. Двары Старшамана, Эрдру, ДЦ, Валь, Хилим. Супердру тоже в порталах. Люленька на бой на рейде одна. То есть 5 хилов будет. А я что, тоже на боссе? Нет, ты тоже в порталах. Ну, дай мне Релла, либо чекай. А, ты же... Берите фласки. Устлевали чекну. Все, можешь начинать. Кулак по варам. Розовый лад, раздай кулак по варам. По хантам давай быстренько. Триста баф обновите, у меня реги кончились. Наверное, кто-то падал здесь. Давление слева. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Перед мордой. Я пока не могу здесь вот прям соберемся, где все зайдут. Пожалуйста, Инора, Юленьки, заливаем все. Какой-то гомик с той стороны летел. Под задницей собираемся. Лол. Надо
пою гимн. Через 7 секунд, Камила, пой гимн на ХП. 3, 2, 1, начинай петь гимн на ХП. О, блин, баф еще 7 секунд висит после гимна, кстати. Не знал. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. От танка. Че, мне в хиле остаться на сингл? И все с собой. Там Джерин на мейне. Розвала, ты передай Пуперу на мейн. Да, на оф. Зефина, тебе на мейн, наверное, цепаги, да? Мне тоже на мейн цепаги. Когда их ролили, то вообще так не увидел. На танк. Блин, на танка надо ШП ботинки. Зефина, какой у тебя мейн спек? Ну понял. Там все равно выше парола был, все другой человек. А когда я в ДДшной стаге ролили? Никогда их не ролили, а что ты решила, что их вообще ролили? А, что ты там было в чате, что ГБ за эти исследователи КМ? Это просто аддон, которым я начисляю ГП. Выбираю. А, ну хорошо, просто... ты прям удивилась. Ну, давай он выше тебя парола был. Ты ему сапоги отдал. У меня кольцо.
Джерин, ты будешь собирать террас после целка? Хорошо, там забить им надо. Эти листка будут. Ой, а ты будешь вторую ульду собирать? Я думаю, нет смысла вторую собирать. Да, и можно попозже добить. Слышно меня? Да. Нас не разнеси. Должна ее успеть. В этой пати все хилые. Давай, да, хила. Мама у кого-то есть? Пандерайка. Рыбу может кто ставить?
Спасибо. Калк, слезь с мамонта. Не слезай. Каску по пристам, лапу, интеллект. Ладно, интеллект есть. Чек. Три кнопки. Кнопки готов. Начинаем. Ласки пейте. Кнопки лагают очень сильно. Пойдем 2-4 пока. Вихило освобожденная магия. Сжигающий холод убегает. Сакру, протокол. Куда ты тратил, интересно. Нитки вперед. Придум это такая. Прячемся за метками. Так, левее падает бомба. Глыба до 300 тысяч пока. Центральные метки не бить. Там, где 150, не бить метку. Там, где 120 уже. Крайнюю слева подбиваем, там фулл хп. Меня даже не видят. Звезду бьем. Ну, у вас, я не знаю, у вас вообще фреймы есть или... Мышка работает, там поклацать по глыбам, что там да как с хп. Три хила освобожденной ноги. СМС. Тяжко. Беги, малышка, беги! Сакру. Четыре хила освобожденной магии. Хилим танка. Метки вперед. Не бейте сейчас от метки, как на прошлом трае. Ох. Правее. Центральную не бить. Красиво так поставим. Правее падает. Не бить метку крайнюю справа, 65к хп. Супер дру, подымешь шукарика сейчас. Шукарик, вставай. Ты встанешь, нет.
Давайте забафаем сову. Сейчас будет фаза. Два хила освобождения магия. Поедем на ману. Мастака в рейде. Фаза пошла, все метки под босса. Щукарик под босса. По центру встановись, где видишь, где центр фрейма, там и стой. Прижимаешь кожу перед меткой. Сливайте метку. Следующий тоже под босса. Мелики отошли в РДД зону. Сейчас метка будет. Ни вправо, ни влево, в РДД зону. Притяжка сейчас будет, не бейте метку. Два растру друида хили. Сливайте метку, давайте рост. Модвейн под босса. Мелики отбегаем. Сливайте метку. Сейчас узнаем, куда метку нести. Ледяной морок влево выноси для хилин. Мелики босса, РДД, метку. Три хила хилит. Сакру прожимай, Юленька под босса. Мелики отошли в РДД зону. Последняя метка. Сливайте метку. Следующую в сторону. Убиваем босса. Притянет, никуда не отбегаем. Убиваем так. Флык. На мейн тебе. Защитник. Так, по тактике. Юзефина, станешь трусы. Крусифай, ты умеешь станить валик? Набивать команду? Да, да. Угу. Станешь тогда кружок. Клаймен, ромбик. Секунду. Поставьте шкаф. А на сколько секунд станет? Что ты говоришь? На сколько секунд станет? Ну, 30. А ты на сколько умеешь? Ну, там можно же 3 этих. Так, наоборот, может 5. Ну, давай на 3. Я не играл за Рогу, не знаю, как вы там станете. Поставь шкаф. Просто когда 5, она уже до края долетает почти. Короче, просто сразу застань в центре, чтобы она стояла и не двигалась. На сколько секунд, ладно, это уже не важно. Ледяной мрак, ты здесь? Ну, поставь шкаф, прошу, 2 раза уже. 3. Так, что там еще надо? Кинешь СС на Акмана.
второй фазе. Диспелит чумоюленько. Кружок иступления снимает Мелисонелли, ромбик, артвейды. Чек. Клаймен, артвейдер, пейте фласки, крест, помага. Наверное, фулбаф надо. А котом как станет за эти валки? Вальки? Там скалечили, кажется, да? Смотри, открой книгу заклинаний. Там есть скилл калечения? Да, есть, есть. Что там надо сделать, чтобы достанить? Точно так же комбо-поинт набить и прожить. Все, нашел. Короче, там как-то не играл за кота, я не знаю, просто там комбо-поинт. Да, все хорошо, я нашел. Крест по магам тоже квест дает. Жозефина, кажется, да? Неужели прибыли наконец хваленые... Жозефина, дай крест по магам. Джезефинанс, ты где там стоишь? Стань лучше в мелизону, подожди ловушку, а потом отойди на рейндж. За то, что замучил и погубил десятки. Чтобы ловушка не кинулась на тебя, где ты сейчас стоишь, и мы не смещались из-за тебя на 10 метров, хорошо? Ну, это нормальные типы делают. Остальные палы по команде станем. Череп сидит с первого этот чумой. Чумой будет луна. Я оставлю тебя в живых. Видел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РД ловушка, шаркущий. 5 секунд, 3, 2, 1, уносим чуму, клаймен, чума, его диспелим. Новая ловушка сейчас, РГД ловушка, прибежали. Кружок иступления в Мелисонелли. Новая ловушка. Мелики, ловушка, пробежали, РДД стоим, чума, 3 секунды. Чума выносим, фокус хиро, чума. Мелики, ловушка, перебегаем, РДД чуть-чуть, перебегаем звездочку. Скоро призыв шаркающего. Иступление снять с кружка. РДД перебежали. Ромбик, артвейдер, иступление. Мелисонелли, чума. 74. Ну давай пустим. 73. На край. Тогда. РДД перебежали. Веди на край этих мобов. Все на край забили. Не дамажьте босса. Подождите. Пускай ловушка пройдет. Поздно уже. Давайте все на край. Калк, розовый латы, прожмитесь, киньте. Уже ничего. Просто бейте гневного духа. Ладно. Что там гимн? Давай, кормила гимна ману спрыт. Тема поставят шаманы. Там первого духа. Надеюсь. Давай, Хмелисонелли будешь напуливать на второй переходке. Второго духа артвейдер. И так по очереди. Ну, рога будешь делать вид, что напуливаешь. Стараться там что-то делать. Пока да и кидаю. Что ты кидаешь? Что?
Да, все верно. Не знаю, что ты сказал, но все верно. Спасибо, что бьете шары. Без вас бы я не справился. Хватит, становись звездочку. Ужалить звездочку, сейчас три вальки. Кружок рога, ромб код, трусы протопал. Первая валька вар, вторая ретрик, третья. Трусы код. Мункалк, стань ромбик тогда. С центра всем выйти, осквернение 3 секунды. Под вальками не стоять, шукарить, выйди с рейда. В ромбик доиграть. Там еще в трусы надо сыграть немного. Ага. Давайте становимся звездочку. Осквернение вперед, налево, либо вправо, как вам удобно. Главное отбежать от человека с меткой черепа. На первой вальке будет осквернение. Первая валька, вышли, давай Сакуру, осквернение певчей, и меня же и схватило, фантастика, играйте в трусы, я в трусах, трусы не замедляют почему-то плохо, давайте рост, ромбик, розовые латы, встаньте, давайте, розовые латы, ромбик, встань, кружок играем, ну чё вы не замедляете валик, это плохо. С центра всем выйти, осквернение будет, какой-то маг в центре кастует, либо это копия. Сквернение 2 секунды. Сквернение фростон. Давайте все в центр. Звездочку. Сейчас будут вальки. Так, первый лок, вторая клаймен ромб, третья трусы розовые латы. Ромбик, стань, калк. Калк, стань, ромбик. С центра всем выйти, осквернение 5 секунд. Трусы добить. 200 тысяч. Осквернение, мини-зона, войд. Так, у нас 4%. Переведем или нет? Надо подумать. Да, переведем. Веди к звезде потихоньку. Один, да, давайте все на край переведем. Давайте все на край. Акма, у тебя СС есть? Нет. Спасибо ледяному мраку за СС. Давай возьмем. Переходки. Да, ну я обманулся, я имел в виду вторая фаза. Ладно. Кинь сейчас СС тогда. Милис с Нелли на пуле, во-первых, у первого артвейдера. Фокус Хирос. Пей, пой гимн на ману, у тебя мало маны, ты не сможешь дамажить на третьей фазе. Тучка же есть. Там тебя. Дружочек допиваем. Него духа не бейте, будет классно, если дадите на него сало, тогда можно его убить, даже если он сорвется, он не убьет рейд у одного человека. Удушение там, я не знаю. Играйте всех духа. Вот я дам первую чешку, пошли в звезду. О, черт. Не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Пробегайте далеко. Выход РДД, играем в духа, милики лича. Ой, отбегите. Не бегите по луже. На ком это было скрин? На мне, что ли? Нет. Человек рядом со мной, значит, стоял.
Духи сейчас спустятся, быстрее сбегаем за спину Лича. Сквернение 3 секунды. Сквернение Гутербол возле Лича. 3 духа в мини-зоне. Давайте к порталу все. Духи спустились. Что за звезда? Маны, да, так кому? Шаманы. Юленький. Ну так прочекаем, утробола меньше. На 40%. Да, не хватит. У Юленьки 35, может она кинет. Нет, это месяц. Портал усилен. Не зона осквернения. А сегодня были обычки? 25 обычка. Резко и лик. Целка. Не, вчера был. Что сейчас полно-то будет? У звезды нет, катастрофическая ситуация, все растеряны. Даже бежать. Юдин. Че вы втопили-то? Ой, блин, я доиграю сейчас. Все умерло. Сколько? Час 50? Час 52. Что движет вами? Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел туда лучших воинов. Следует наградить за этот невольный подарок. Олег, целка будет еще одна после резки Джерина? Писано же. Ну, надо. Если там Джерин соберет быстро, то убьете за 40 минут. Будет там 22-30. Нужно спокойно еще собирать рейд. Там кто не пошел в первые целта, например.
Видите, что оно все просто проносится. Мне по душе. Ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. 36 онлайн что-то. Раз сейчас, наверное, соберется. Что-то похилился онлайн. На прошлой неделе, на позапрошлой больше было. Что-то покикали, что ли, или что? Да, покикало 30 хвотлинов. Поэтому онлайн упал. Даже каникулы у детей. Весна пришла. Их к бабушкам отправили. А вы всегда так говорите, там весной, там летом не играет, зимой не играет. И... Нет, может быть, звезды здесь есть тогда. Ой, да можешь линкануть, только полечу урон. Не, я не умею. А как это в рекаунте сделать, полечу? Никак. Хороший рейд, потому что я на 12 месте. Обычно когда я рейлю, я где-то 5-й полечу. Тут вообще 12-й. Не, не 13-й. Ну-ка, что там за шип рейд, не сложно. Короче, до этого тоже были в рейд. Точно такой же лут, это просто пиздец.